Всем привет зрителям, подписчикам канала на канале Телемастер 222. Сегодня, значит, поступил телевизор LG 47H620V. Нет подсветки. Телевизор уже разобрал за кадром. Подсветочка. Сейчас проверю, что неисправно. Вооружился прибором для проверки. Подсветки. И буду проверять, где что неисправно. Первая полностью. Вторая у нас не работает. Так, третья полностью рабочая. Четвертая рабочая. Пятая рабочая. Ну и линза отвалилась, как клиент заявил, что было пятно снизу экрана. Ну, как раз в общем, у нас вторая нерабочая. А линза, да, в верхней части отвалилась. Тут пятно было, говорит, посередине. Сейчас, значит, решено телевизору 7 лет. Решено поменять полностью подсветку. Уже пришла новая подсветочка. И сейчас ее будем ставить. Что-то. За 7 лет она уже выработала, подсветка. Решили поменять на новую. Приклеен очень хорошо. Линза уже отпадает от времени. Пересохло. Уже чуть задел, линза уже отскакивает. Корыто очищено. Теперь можно ставить новую подсветку. Thank you.
новая подсветка. Я буду ее устанавливать. Тут очень плохо. Да, прилипает сразу новое, без проблем. Старая линза у нас еще попала в эту старая, скачила брать ее. Установил новую подсветку. Вот. Полный порядок. Ну и еще ток ограничить. Ну, осталось собрать, поставить матрицу. Для убавления тока нам нужно убрать по одному резистору. Здесь один убрать и вот здесь вот один убрать, чтобы подсветка ваша дольше ходила. В общем, ремонт закончен, телевизор собран, подсветка новая, ток ограничен. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. Всем пока.